А это храм, который мы посещаем. Он находится на Иоанновском кладбище. Здесь у Юрия все родственники похоронены. Храм усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Этот храм был освящен в 1929 году. Я была внутри, и хоть не разрешается, но так как храм совершенно был пустой, чуть-чуть сняла. И такая колокольня. Мы сегодня навестили наших предков на кладбище. Зашли в церковь. Вот такой храм. А там старый храм деревянный. Он назывался раньше Зимний. Но он в таком запустении и не действует сейчас. А кладбище это старообрядческое. Оно не в ведении муниципалитета Рижского, а именно старообрядческой общины. Но так как у Юры все, во всяком случае, по линии отца, все родственники и предки из Латгалии, то его папа и мама, и дядя, и бабушка, все здесь. Мы сегодня их посетили. А вот машина, которая называется Майбах. Простые люди приехали в депо. Машинка ничего так. Не для... Да. Интересно, С-600. Да-да-да-да-да. Вот вам и Майбах. Приехали люди. Это старообрядческий молельный дом. Предки моего мужа посещали его. Он самый крупный молельный дом старообрядческий в Европе, а может и в мире. Мы приехали в Спице. А это Спице Хоум. Все для дома. Большой комплекс. Здесь и другие есть. Спальная мебель и Динозол, и цену клапс, и техника. А сам основной магазин Спиц вот там. Далеко. Вот такой магазин.
Юск открыт. А Циноклапс закрыт. Так вот. Инфо. Ах, какие лилии красивые. Нравятся мне лилии. Прелесть. Так, здесь банки. Динозоо, все для животных. Здесь Свитбанк. Здесь обычно бывает экспозиция картин. Сейчас посмотрим, что выставлено сегодня в галерее. Пионы. Мне нравится сирень. Лошадки. Там выход на другую сторону улицы. Вот приятная картина в таких пастельных тонах. Как по Лермонтову, белеет парус одинокий в тумане моря голубом. А мы поедем на второй этаж. Магазинчик, который мне нужен был, закрыт. Комоды. Все для вязания, вышивания. Можно только по WhatsApp позвонить и заказать, что надо. Печалька. Да, все закрыто. Идермео. Книжный открыт. Ну, хоть одна радость. Вот, миноводочный еще открыт.